Добрый день, меня зовут Екатерина и Бегальника. Сегодня я расскажу вам, как сделать вот такой поводок для собаки, нужной для нас длины. Мне поводок нужен, чтобы гулять с ней, поэтому он должен быть достаточно длинным. Вам может быть нужен короткий, потому что для дрессировки именно такой нужен. Основные материалы — это у нас стропа, вот такой карабин, кусочек флиса, иглы джинс, желательно соточка, чтобы не сломались, ну и швейная машинка. Сначала нам необходимо пришить вот этот кусочек флиса, для того, чтобы рукам было удобно, комфортно. Мы его сначала пристрачиваем по периметру, а потом я пустила такую декоративную строчку, это для крепости, ну и для красоты. Делать такую строчку или нет, решать вам. Помимо флиса можно использовать другую ткань, допустим, какой-нибудь трикотаж мягенький. Дальше мы формируем саму петлю. Для того, чтобы рука пролезала, особенно зимой, когда вы в куртке, в пуховике, то есть отмеряете, складываете и прострачиваете. Я вначале прострочила квадратик, прямоугольничек, а потом его там еще застрочила галочки, тоже для крепости. Дальше мы делаем карабин. Здесь мы сложили в два раза, то есть у меня вот это самое толстое место получилось 4 слоя. И прострачиваем туда-обратно несколько, ну не несколько раз, много раз туда-обратно. Это опять же для крепости. И все. И вот такой длинный поводок, для меня он удобный, потому что мне нужно, чтобы собака гуляла на достаточно большом расстоянии. Ну и удачного вам рукоделия. Вот так мы с моей собачкой гуляем. Если она что-то попробует съесть, я сразу ее отдергиваю. А так ходит, нюхает, изучает мир.